Здорово, народ! Вы на канале Одинокого Снайпера. И сегодня будет совершенно необычная рубрика в игрушке под названием Stand-off 2. Сегодня не будет ни каточек, ни дуэлей, ни битв. Сегодня я бы хотел вам показать просто несколько скриншотов, которые, так сказать, перевернули весь мой мир. Да и ваш, наверное, тоже перевернет. Погнали! Вашему вниманию представляется первый скриншот. Только посмотрите на меня. Сколько фрагов? 83 фрага. Хотя, когда у остальных в то время только под 20. Это монтаж? Читы? Снайпер нашел читы, их подрубил? Нет! Я просто научился стрелять с М16. Но это еще не все. Представляю вашему вниманию второй скриншот. Где от меня уже 87 фрагов и 1064 очка, в то время как во время съемок я набирал только 65 фрагов и под 800 очков. Что же это такое? Это опять проклятая М16. Что ж, перейдем от слов к делу. Сегодня я представлю вам небольшую нарезочку из тех моментов, где я затащил на М16. Нарезочка совершенно небольшая, поэтому я думаю, вам будет нетрудно досмотреть ее до конца. Поехали!